Добрый вечер, программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур, и сегодня мы будем говорить о видах на урожай. Гость студии, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Виталий Алексейчук. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер и с наступившими, наконец, последними праздниками, вот этой долгой череде новогодней. Рождественскими праздниками. Рождественско-новогодний, старо-новогодний, сегодня вот последний, к счастью, наверное, потому что, честно говоря, некая усталость уже. Еще водохрещение. Хорошо тогда. 19-го. Тем не менее, может быть, не совсем радостная сегодня тема, не совсем праздничная, но, тем не менее, достаточно важная тема, связанная с состоянием озимых, поскольку, ну, во-первых, крайне странная была осень в этом, вернее, уже в прошлом году, да, и фактически вот до сих пор, ну, по крайней мере, на момент нашей встречи, сказать о том, что пришла настоящая зима с хорошим, нормальным снежным покровом, с небольшими морозами, в общем, с оптимальными для озимых условий, в общем, сказать сложно. И, насколько я знаю, проблем-то хватает, да? Хватает. Насколько серьезна ситуация с озимыми вот на сегодня? Ну, во-первых, я хотел бы всех поздравить, всех жителей Харьковой области поздравить с этими рождественскими праздниками, с наступающими праздниками, старым Новым годом. Пожелать всем крепкого здоровья, пожелать счастья, благополучия, веры в лучшее будущее. Пожелать, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы всегда у нас была продукция на поле, натуральная, наша, сельскохозяйственная, харьковская, родная, хорошая, вкусная продукция, чтобы все были живы, здоровы и богаты. Хотелось это, бы, да. Ну, если говорить конкретно о состоянии озимых, этому вопросу сейчас уделяется не только в Харькове, но и в целом в республике огромное внимание. В первую очередь со стороны правительства, со стороны министерства АПК. Вот 20 января у нас состоится республиканское кустовое совещание по состоянию озимых и по подготовке к проведению весенне-полевых работ в городе Харькове на базе института имени Юрьева. Я вас туда сразу приглашаю. Вот, оно начнется в 10 часов утра. И я думаю, что мы там будем говорить более конкретно о всех регионах, вот этих, что я назвал, кустовых. Это Киев, Полтава, Чернигов, Луганск, Харьков. Вот эти области будут рассматривать, заслушать отчеты. Выслушаем мнение ученых, ведущих ученых Украины, выслушаем мнение министра, замминистра первого, который будет на этом совещании, о том, какие необходимы будут меры, чтобы принять, чтобы сохранить те озимы, которые сегодня сохранились, и так далее. Хочу сказать, что на сегодняшний день в Харькове посеяно 10% больше озимы, чем в прошлом году, то есть 502,8 тысячи гектаров посеяно озимы. Состояние на сегодняшний день намного лучше, чем в ноябре месяце. В связи с тем, что выпало более 40 градусов температуры для озимых, они сегодня в стадии шильца. И сегодня говорить о состоянии, уже в конечном состоянии озимых, рано еще. Я готов вам сказать, где-то в пределах мая месяца уже окончательно состояние. Нет, состояние озимых, потому что тут есть целый ряд разных признаков. Ну, на сегодняшний день Харьковская область, если взять сравнение с другими областями, не хуже, а может даже и лучше. Ну, по крайней мере, в пределах статистики. В пределах статистики вот это норма, не да. То, что был 2010 год, самое худшее состояние было озимых у нас по Украине, в Харьковской области. На сегодняшний день мы в статистических данных где-то в пределах Украины. Тут дело в пределах 70% у нас. Вот вы наверняка получаете, ну, я все получаю. Среднесрочные, да, долгосрочные прогнозы по погоде. Вот стоит ли ожидать каких-то аномальных показателей? Я хожу в церковь, поверьте. Господу молюсь за то, чтобы действительно сохранился тот хлеб, чтобы аграрии не имели убытков, чтобы цена на хлеб не прыгала. Потому что мы прекрасно понимаем, что не будет хлеба, будет цена. И с этим мы тоже над этим думаем. Думаем сейчас и Михаил Маркович, губернатор наш, поставил задачу о том, чтобы сегодня уже думать о 2013 году, потому что у нас сегодня запасы, я вам говорил, в достаточном количестве. Нам необходимо 314 тысяч тонн для хлебопекарских предприятий. Мы имеем более 2 миллионов тонн. Вот, поэтому мы в состоянии сегодня готовить на два года запаса. Что, над чем мы сейчас и работаем. Для того, чтобы мы даже не зависели от конечных результатов 2012 года. Хотя мы, я думаю, что в достаточном количестве будем иметь урожай в 2012
2012 года. Правильно ли я вас понял, на данный момент и в ближайшем обозримом, скажем, будущем, никаких разговоров о повышении цены на хлеб, по крайней мере, на социальные сорта, речи быть не может? Я вам скажу, что у нас заключен меморандум, подписан губернатором и подписан хлебопекарскими предприятиями, подписан со всех сторон, в котором четко сказано о том, что цена до нового урожая повышаться не будет. То есть до сентября, до августа месяца она повышаться не будет. Вот. Всякие бывают форс-мажорные обстоятельства. Я думаю, до этого не дойдет. Может же быть и землетрясение, что хочет что-то такое делать. Да. Да. Боже упаси, да. Поэтому я не хотел бы что-то напорочить, говорить. А пока никаких оснований для того, чтобы увеличить цену на хлеб, нету. Хотя ко мне доходят данные, вот я буквально вышел с отпуска, мне доходят данные о том, чтобы не у всех в районах есть социальный хлеб. Говорю о том, что мы разберемся, где это нет. И помните нашу когда-то передачу, говорили о том, что цена на хлеб. Да, были частично тогда правы, мы разобрались и восстановили справедливость. Бывает, это ж такое, жизнь есть жизнь, где-то кто-то хочет на чем-то заработать и так далее. Губернатор на этом быстро принимает меры, моментально, и за это получает все по заслугам. То есть, в принципе, если у людей есть подозрение, что продавец завышает цену, они могут обращаться непосредственно в областную администрацию, получается? Да, могут обращаться. Ну, всякое бывает, вы понимаете, потому что хлеб же не всегда идет, ну, если мы разберемся, есть же куча посредников, которые поставляют хлеб, правильно? Есть отдельно еще выпекают хлебопекарские предприятия, есть мелкие хлебопекарские предприятия. Ну, все же социальный хлеб, а вы меня извините. На сегодняшний день Харьков обеспечен мукой и зерном на 105,4%. У нас нет вопросов по хлебу, если можно было говорить в прошлом году, там, что беспокоились о том, что у нас недостаточно зерна, так в этом году у нас проблем нет. Но есть составляющие. И причем я же вам говорил о том, что в Харьковской области по качеству одна из лучших областей в Украине по качеству хлеба. У нас второй-третий класс, у нас практически фуражного зерна нет. Есть просто другие составляющие в производстве хлеба, и они, к сожалению, меняются далеко не в лучшую сторону. Речь идет и о стоимости газа, которая однозначно, наверное, будет расти, и о стоимости топлива, которое тоже растет в начале года. Вы правы, здесь вопрос есть. Будем думать над этим вопросом. Будем в ближайшее время, я планирую собрать либо пекарей, переговорить с ним все эти вопросы. На сегодня я не готов на эти все вопросы ответить, потому что сколько занимают эти затраты в структуре себестоимости хлеба, я не готов вам сегодня сказать. И, естественно, та цена на газ, который занимает какую-то долю в затратах, и особенно, я не думаю, так газ, как транспортные расходы. Стоимость горючего, да, действительно, это проблема с проблемой. Потому что одно дело доставить хлеб в Харьков, одно другое дело доставить хлеб близнецы. Угу. Это вопрос есть. И над этим вопросом мы и думаем, и постоянно работаем над этим вопросом. Все-таки, допустим, тот же мысок Владимир Юрьевич доставляет во все уголки, не только даже в Харьков, за пределы Харькова. Вот. И транспортные расходы, естественно, влияют. Будем беседовать и говорить на эти темы. Я думаю, что искать компромиссное решение, потому что есть меморандум. А есть ли данные в отношении рентабельности, средней рентабельности хлебопроизводителей по Харьковской области? То есть есть ли у них предел прочности, который позволит им вот держать как раз эту цену? Я вам скажу, что это частное предприятие. Я не думаю, что нам покажут рентабельность. Такую, как и верю в том, что и благодарен им, и хотел бы поблагодарить и Мысыка Владимира Юрьевича, и Салтовский хлебзавод, там новые сейчас хозяева, о том, что они идут навстречу, и я думаю, что большая рентабельность, если и есть, то там рентабельность мизерная сегодня на социальных сортах хлеба. Хотелось бы затронуть еще тему, которая была довольно актуальна в прошлом году, и, в общем-то, как по мне, не получила, наверное, своего должного развития. Это тема оптовых овощных рынков, которые были обещаны правительством. Украинцам, я знаю, что в Киеве был открыт, не скажу, что очень удачный опыт был киевский, в Харькове, в Харьковской области в прошлом году он открыт так и не был. Почему так не случилось у нас? Я вам скажу, что Михаил Маркович в этом плане очень ведет взвешенную политику. Как он говорит, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Мы сегодня хорошо изучаем весь опыт там, где есть рынки.
И такую задачу мы не ставили задачу в прошлом году начать, или мы ставили задачу о том, чтобы подыскать действительно оптимальную площадку. Задачу о том, чтобы Харьков был включен в регионы по строительству, и чтобы это строительство было с компенсацией со стороны государства, то есть помощь со стороны государства, что мы и добились. На сегодняшний день площадка практически уже утверждена, 11 числа будет аукцион, где кто будет принимать участие, какие инвесторы будут в Харькове выиграть, где будут заниматься оптовым рынком. Площадка практически утверждена. Я сегодня еще не хочу ее называть. Вот, когда уже будет утверждена, когда будет уже инвестор, там мы будем говорить все на своих именах. То, что мы сказали, что будет рынок, будет 100%. Харьков утвержден, почитайте на сайтах, везде это об этом сказано. Деньги выделены. Финансирование бюджета, бюджет области совершенно в том числе, верно, да? Да. А сроки завершения строительства какие предполагаются? Ну, посмотрим объемы, посмотрим по проекту, что мы будем, и посмотрим с теми инвесторами, которые будут принимать участие. Вот. Конечно же, будем стараться чем побыстрее. Ну, я думаю, что за год, конечно же, будем сдавать, я думаю, что быстрее все, что поэтапно. Угу. Поэтапно, то есть он начнет функционировать, да, в каком-то, да, ограниченном объеме, да, будет, да, расширяться. Дальше, дальше расширяться, расширяться. Есть еще один вопрос, всегда вопрос, кстати говоря, болезненный в последнее время для Харьковской области, в том числе для Украины в целом. Это вопрос снабжения населения мясом, молочной продукцией. Что касается мяса, ну, не знаю, приходилось ли вам читать заявления некоторых депутатов в отношении того, что года через 2-3 мы будем на таком уровне, что сможем исключительно мясом собственного производства торговать, да, снабжать население. Вот насколько ситуация с мясом и молоком в Харьковской области вот исправляется по сравнению с прошлыми годами? Я вам должен сказать о том, что на сегодняшний день со стороны руководства Харьковской областной администрации делается все для того, чтобы увеличить производство мяса. Вот, хотя у нас есть проблемы по Слобожанскому комбинату, свинокомплексу. Вот, зашли новые инвесторы, там будет делаться реконструкция и будут вводиться и новые породы, и, ну, все сделано для того, чтобы функционировал этот комплекс. Вот. И бройлер будет, если говорить о курином мясе, это курганский. Мы начинаем его уже садить с конца января месяца. Вот, планируем еще одну бройлерную фабрику. Это в районе Безыудовки. Вот, будем строить о том, чтобы обеспечить максимальное количество своим мясом Харьковскую область. Тем более у нас сегодня на рассмотрение более 12 инвестиционных больших проектов по строительству свинокомплексов, по строительству молочных комплексов, по строительству бройлерных комплексов. Это то задание, которое представил перед нами и министр, и губернатор нашей области. То есть на сегодняшний день, вернее, на вчерашний день еще было, мы 51% были обеспечены мясом и 57% молочной продукцией. До 2015 года ставится задача, до 2015 года, что мы где-то в пределах 70% вышли на молоко и 60% на мясо. До 2020 года на 100%. 2020 года. В общем-то, не вот. Так много времени. Да, не так много времени. Ну, теми темпами, которые сейчас поставлены, сегодня каждому району будет доведено задание по строительству или реконструкции какой-то фермы. Я думаю, что если все вместе, все получится. Все вместе, ну, всегда нашим... получается. Виталий Владимирович, спасибо, что сегодня были гостем нашей студии. И спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Спасибо, до свидания. Успехов всем.